Я сегодня хочу рассказать о моей любимой книжке. Первая история, как мальчик слепил снеговика, потом пошел обедать. Пришел, а снеговика нету. А снеговик тем временем шел по лесу. И навстречу ему попался заяц. И заяц спрашивает: кто ты такой? Снеговик отвечает: я снеговик. А дальше вы узнаете, когда прочитаете эту книжку. Ой, а это кто у тебя? Попугай. А он умеет говорить? Сосиски, макароны, котлеты, колбаса. А, я его узнала. Это же попугай из сказки «Тайные глаголы». Из-за него все звери заболели. Когда вы прочитаете эту книжку, вы узнаете, чем закончилась эта сказка «Тайные глаголы».